Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это начало прохождения игры под названием Crimson Snow. Это, в общем-то, инди-хоррор, новогоднюю тематику поднимает. Я так подумал, ничего новогоднего не было. Думаю, ну вот, хоть после праздников один проект какой-нибудь глянем, чтобы, запечатлить, немножечко продолжить вот это послевкусие праздников новогодних. Старый Новый год скоро будет, да? То есть, в любом случае, все еще актуально. Поэтому давайте тянуть не будем. Игру я, в принципе, настроил. Желаю всем приятного просмотра. Не забывайте про лайк, комментарий. Ну а мы с вами погнали. Тем более, давно хотел хоррор какой-нибудь поиграть. Может быть, еще один глянем потом. Так, выглядит пока что неплохо. Единственное, что... Да подожди ты. Что-то сенса какая-то бешеная сильно. Так, и что-то мне кажется, что звук надо погромче сделать чуть-чуть, вот так вот. Прибавить, а настройка камеры, чувствительность убавить. Так, так. Так, телефончик звонит. Берем. Привет, милый. Ну, признавайся, чем занимался, пока с тобой нет твоей лучшей половинки? Привет, Джойс. Много бумажной работы и сериалов. Ты меня знаешь, Джойс. Проживал каждый день на полную. А чё выбирать? Ну, давайте... Кью? Предупреждаю, если ты досмотрел третий сезон «Тёмной мести» без меня, получишь по полной. А я уже закончила переговоры, так что буду дома раньше, чем ты думаешь. Сняла кучу фоток, как ты и просил. Сейчас скину тебе превью. Что хочешь посмотреть? Мою фотку в горах или из бассейна? Забыла сказать, у них в отеле просто роскошный бассейн. Ну, конечно, роскошный бассейн, да? Очень хочу посмотреть на роскошный бассейн. Ну да, конечно. Хочешь посмотреть на бассейн, да? И я в купальнике тут совершенно ни при чем. Хуя, даже настоящую фотку завезли. Это что у нас, 5D? Я отказался от поездки. Я знаю, что тебе не нравится знакомиться с новыми людьми, но... Марк, я за тебя переживаю. Ты ни с кем, кроме меня, почти не общаешься. Канун Рождества, а тебя наверняка даже никто не поздравил. Что за конверт? Тебе прислали письмо? Серьезно? Круто! Поскорее открой и скажи, что внутри. Оно же лежит у входа, да? Какого входа? Кто лежит? Что такое письмо? Интересно, что там в конверте? Хера, у тебя хоромы здесь. Так, допустим. Это, что ли? Ты же держишь свою почту у входной двери, да? Прочесть. Любимый, я скучаю. Жаль, что между нами все так завершилось. Но теперь я готова дать нам еще один шанс. Да, может, раньше я и сделала пару глупостей, но больше этого не повторится. Письмо правда, потерял, правда. Что ли? Давай встретимся, все обсудим. Я бы над тобой посмеялась, если бы сама не теряла телефон по 4 раза в день. Посмотри у входной двери. Оно должно быть где-то там. Ну, прочитал я. Ну что? От кого оно? Что пишут? А почему выбор без выбора? Ложь, какая-то бумажка из налоговой. Другая ложь, открытка от родителей. Они поздравляют с Рождеством. Чё за фигня? Ладно, давай про налоговую. О, надеюсь, что у тебя нет проблем с налогами. Не хочу, чтобы моего парня посадили до нашей следующей встречи. Кстати, об общении. Ты не мог бы подойти к окну своей спальни? Так, а где моя спальня? Это где мы были, что ли, наверху? Что, закрыто? Что, трогать нельзя? Окна первого этажа не подойдут, там не будет ничего видно. Поднимайся на второй этаж и подойди к окну.
Ну что, видишь? Как почему? Хотела сделать рождественский сюрприз своему парню. Хорошо, что самолет успел приземлиться до начала бури. А теперь вторая часть сюрприза. Но для начала докажи, что у тебя праздничный настрой. Дай подумать. У тебя в кладовке вроде лежали бенгальские огни. Зажги их перед своим окном. Так, что-то, короче, как-то странненько все это, да? В кладовке. Извини, что не зашла к тебе сразу, но мне нужно было кое-что подготовить. Ты сам все скоро увидишь. Что такое, блядь, кладовка? Вот это что ли? Пиротехнический факел. Взять. Если ты нашел огни, зажги их у окна спальни, чтобы я могла видеть. А чё они по разным ящикам раскиданы? Ты что, придурок? Как же это странно вообще. Обалдеть! Теперь я вижу рождественский настрой. А теперь вторая часть сюрприза. Помнишь то французское вино, которое ты хотел купить, пока не увидел ценник? Сегодня мы его попробуем. А еще я достала фейерверки. Так что бери с собой бенгальские огни и иди ко мне. Встретим Рождество вместе. Кстати, я привезла тебе подарок. А ты мне что-нибудь приготовил? Хочешь узнать, тогда придется потерпеть. Мне нужно забрать его из-под елки. Подарок, я же не думал, что мы будем праздновать вместе. Ну, что-нибудь придумаем сейчас. Что, даже не намека, что за подарок? Ну ладно, я заинтригована. Бери его скорее и иди ко мне. Я жду. Чем дольше ты ходишь, тем больше шанс, что я выпью все вино сама. Ах ты алкашка! Бери подарок и иди ко мне. Он же под елкой, да? А закрыть окно можно? А то я буду вообще полным придурком. Ну! Подарок для меня же есть, так? Марк, я не расстроюсь, если его не будет. Просто я думала, что это будет особенный вечер. Посмотри под елкой, хорошо? Подарок для Джойс. Я купил это обручальное кольцо еще месяц назад, но все никак не мог подобрать идеальный момент. Что она ответит? Если ты уже нашел подарок, выходи ко мне. О! Котейка. Тут что? Ничего нельзя взять. Так. Уже вышел? В такую погоду легко потеряться. Иди на свет в окне, милый. Я тебя жду. Счета. Куча неоплаченных счетов. Нужно напомнить ей оплатить налоги. Какие-то фризы пошли. Или это бади с освещением, непонятно. Угу. Молочко, печеньки, все как положено. Так, ну и где ты? Джой. Или Джойс, как там тебя зовут? Тут закрыто. И ржет.
Короче, что-то мне фризы эти не нравятся. Дайте-ка я, наверное, уменьшу фэпсики. До 60 стоковых поставим. И синхронизация, что там? Отключено. Включить. Может, постабильнее будет? Где вино? Ты обещала вино. Какое-то суперкрутое. Где оно? Ты где? Утонул в снегу, что ли? Подходи скорее, я уже устала ждать. Я уже внутри, и тебя тут что-то не вижу. Я думал, сейчас скажешь, я уже внутри тебя. Блять. У тебя здесь небольшой бардак. Не, ну про бардак ничего не будем говорить. Что значит внутри? Я стояла на крыльце и не видела, как ты вошел. Эй, Санта! Похоже, ты забрался в дом не той соседки. Выходи, у тебя нет. Угу. Ну, как бы понеслась, да? Понеслась. Ну, идем. Ну-ка, а если я попробую... Я просто не понимаю, где тут включено, а где выключено, блядь. Какой-то перевод странный. Что, какие-то фрезы, блин, мне не нравится. Давай средний сделаем. Постпроцесс все оставим. Размытие выключим. Вот так попробуем. Ой, почетче стало. Так, ну смотри, что мы можем потыкать здесь. Это у нас не открывается. Идти, походу, надо будет в темноту, да? А, у меня есть эти штучки, которые можно поджигать. Пон. Так, что здесь? Здесь что-то можно подобрать? Непонятно. Оп. Можно прятаться. Ну, конечно, я не знаю. Взрослый мужик под столом, типа, как тебя проморгает. Я не знаю, я не уверен, что это будет работать. Но это как-то абсурдно звучит. Короче, с этими настройками, походу, это придется заморочиться. Так, F. Включили. Какой-то, знаешь, вот этот подфризинг есть? Я не понимаю, почему. Ой, красоточка. Где вино, тварь? Походу уже в одно рыло нахерачилась и с ума сошла. Типичная пьяная, блин, девушка. А сейчас не лагает вроде. Как будто в каких-то кусках игры, вот в каких-то локациях есть проблема, а где-то нет. Открытка. Кажется, я уже где-то это видел. Странно. Прости, но я не успеваю закончить с делами до Рождества. Чёртова командировка. Отметь за нас двоих, хорошо? Угу. Фотография пожилой пары. Я не припомню, чтобы у Джойс были эти фото. И мне казалось, что ее родители выглядели иначе. Ага. Ну, дома реально не то, значит. Просто заманили тебя, как дурачка. О, пивишка. А где винишка? Сука, обещали же, ёптать. Какое-то супер дорогое вино. А он типа тушит автоматически, что ли? Список. Это не почерк, Джойс. Кто-то ждал меня здесь.
Все случится сегодня, это будет идеальный праздник. Он скоро придет, так что нужно подготовиться. Платье, рождественская ель, елочные игрушки, фейерверки, кольцо. Он не должен уйти, он уже здесь. Милый, ты здесь? Я в домике. Ты меня не найдешь! Ты меня не увидишь! Ты не сможешь меня найти под столом! Я взрослый, самостоятельный мужчина, который обладает навыками ниндзя! Я тебя вижу! Да не пизди! А в эту сторону она не наклонилась. Да, да, конечно, да, конечно. А что делать-то? Так, нужен был торез. Темно еще так. А вот еще один. Блин, а он бегать не умеет, прикинь. Ты, блядь. Ебло так ебло. Ну что, время первого скримера, наверное? Я так понимаю. Я думал, этот звук, то, что я фотографию видел. Я смотрю, блин, нормальная девчонка вроде. Хорошо нарисована, ничего стрёмного нет. Даже какой-то такой легкий нюц. Ну, блядь, и тут такой бам. Пиздец. Ну, а то, что дверь убегает, ну, это нормально. Кстати, это фотки одной и той же женщины, по-моему. Марк, хватит меня пугать. Я знаю, что ты здесь. Я нашла елку, которую ты опрокинул. Да и зачем ты снял все игрушки? Ты вообще знаешь, сколько времени я ее наряжала? Что значит не ты? А кто тогда ходит по моему дому? Марк, серьезно, не пугай меня. Что происходит? Джойс, ты мне не поверишь. Кажется, у меня галлюцинации. Марк, тебе нужна помощь? Я могу... Подожди. Здесь кто-то есть. Вы рассказали про галлюцинации. Джойс обеспокоена. Она и с налоговыми была обеспокоена. А, три игрушки пропали. Надо найти три игрушки. Так, ну допустим. А эта хрень будет сходить со мной, да? Со мной, за мной. Ну, логично. Это нам намекает, типа, на ведьму? Что это какая-то ведьма?
А это точно не 18+? А то похоже на начало одного фильма интересного. Так, ладненько. Нужно найти первым делом болторез. Болторез нам нужен. Стеклянный шар. Его размер подходит под углубление в той стороне двери. Мне нужно найти 3 таких шара. Так, понял. Милый, где ты? Давай встретим это Рождество вместе. А давай ты съебешь отсюда. Бля, почему он не бегает, а? Мне это очень сильно напрягает. Так, есть. Ой, бля. Она выходит. Да, она заходит прямо в комнату. Разворачивается, уходит. Так, пробую здесь спрятаться. Я, конечно, не знаю, выходит ли она дальше, чем шкаф, или нет. Вроде не видит. Так, уходит направо. У него патруль один и тот же, или он будет меняться? Вот в чем вопрос. Но шарики издают звуки, это уже хорошо. Блять, ты сука нахуй! Почему ты вылезла-то? Милый, не заставляй меня причинять тебе боль. Ай, блядь. Я думал, она ходит и не будет выглядывать, сучка. Болтореза нет, ничего нет. И что я должен делать? Блять. Сука, я не ожидал. Я думал, здесь паттерны прописаны. Сейчас она пройдет, я попробую проскочить перед ней. Еще одна игрушка. Блять, куда?
Куда я должен спрятаться? Сука, а что-то не появлялся маркер, короче. Он прям реально не появлялся, ты же видел. Мы можем украсить елку. Хуя у него там буфера, блядь, нормальные. А может быть, мы реально зря от нее бегаем? Просто у нее неудачный маникюр, а так-то она вполне нормальная. Я это было близко. А, вот так. А вот болторез. Универсальная отмычка. Найдите болторез, с помощью которого можно срезать цепочки. Он. А игрушки здесь нету, да? Игрушка как раз, наверное, за цепью. Угу. Ну это же прям резидент. Пошел. Давай, оп. Хватит убегать. Зачем ты прячешься? Я прям за тобой. Мы же созданы друг для друга. Как бы сейчас обернется, это было бы жестко. Мы должны быть вместе. Болторез вот тут был. И игрушка последняя там. Так где это? А, вот. Я ее не вижу. Так. Коробка с елочными игрушками. Эти игрушки украшали ель в доме Джойс. Та безумная девушка что-то говорила о том, чтобы украсить дерево. И если я сделаю это, то, может быть, она отвлечется, и я смогу пройти дальше. А где елка? Опять идет у нас изменение реальности. Как будто мы в другой мир выходим. Типа мы уходим в доме Джойс, но в параллельном измерении. И поэтому она тоже нас чувствует, что мы здесь передвигаемся. Ну как Silent Hill, короче, история. Блять, ну я так и знал. Ну ты закройся там. Не готово, не выходи. Так, идем украшать. Теперь она нарядная. Марк, кажется, у меня тоже галлюцинации.
Я видела кого-то в окне. Она... Должно быть, мне просто показалось. Да, показалось. Мне нужно понять, что тут творится. Пожалуйста, расскажи мне все как есть. Девушка? Но если это правда... Хорошо. Я сделаю, как ты попросил. Хватай куртку и ухожу. Что за... Двери не открываются. Что? А ты кто? Блядь, чё, был хуёвый вариант? Ой, красотка. Я нашла тебя. Ух, а ты озорная, да? Позы любишь разные. Подметать ты умеешь. Милый, она прекрасна. Никуда не уходи. Я скоро вернусь. Ладно. Угу. Хрен. Ночь перед Рождеством. Ага. Спуск вниз. Откройте дверь в подвал. Открыли. Что здесь у нас интересного будет, кроме фризов? Фригел. Ничего, крутить нельзя, зато есть еще фаер, это хорошо. Ну слушай, ну игра сделана, по крайней мере... По лекалам инди-хоррора, такого классического, но с каким-то хорошим таким этим вайбом. Марк, она здесь! Нет! Не трогай меня, мразь! Так ей надо было чё? Она ушла. Марк, это не галлюцинации. Она не человек. Я пыталась уйти, но двери были заперты. Она ждала меня. Я поранила ногу, пока убегала. Я запустила в нее фейерверк. Это ее спугнуло. Похоже, ей не нравится яркий свет. Попробуй найти что-нибудь похожее. Надеюсь, это тебе поможет. Ты знаешь, откуда она узнала, что я шел к тебе? Нужно найти что-нибудь, что ярко горит. Понял, Джойс, будь осторожен. Главное сейчас пережить все это. Я без понятия, кто или что она такое. Думаешь, она следила за нами? Зачем? Даже думать об этом боюсь. Марк, она может вернуться в любой момент. Что мне делать? Спрячься где-нибудь и перевяжи рану. Найди фонарик и побольше фейерверков. Попробуй прогнать ее ярким светом. Не, давай, наверное, вот так лучше будет. Хорошо. Я спрячусь где-нибудь. Я попытаюсь дозвониться в полицию, но в такую погоду она приедет не скоро. А чё не озвучили «Я тебя люблю»? А? Так, хорошо, а мне тут намекать, что надо пианино сыграть. Диди Джингл Беллс, да? Диди. Диди это у нас что? Вот это? Диди. Потом Б.
А. Джи. И опять Ди. Отлично. Страницы из старой книги. Ночь перед Рождеством, как сегодня. И знак на обратной стороне. Похоже, что это часть одного большого символа. Была у нас на деревне девица одна, умница да красавица. Случилось однажды с ней горе горькое. Муж на войну ушел, да не вернулся. Долго девица горевала, да слезы лила. А потом сказала: верну своего суженого с того света. И горя она все синим пламенем. Решила для того дела позвать дьявола. Знала, что худо будет, да все равно решила. Дождалась ночи перед рождественской и начала звать. Ага. Так. Типа у меня есть какой-то один символ. Надо найти еще. Так, а что по времени? 36 минут. Я не знаю, как долго будем мы искать этот символ. Вообще, будет это односерийное прохождение или на две? Кто там вообще катает? Не катайте бочки. Ну, вот так вот смотришь, резик седьмой, блядь. Реально. Ну, шкафы это, конечно, скримеры будут сейчас. Это логично. Угу. Угу. Задаем бит. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, блядь, ну узкое пространство, ну это так прям... Ой, клише, клише, клише. Ну да. Тема сисек не раскрыт, конечно. Короче, она лазит по вентиляции, понял. Но почему она нас не атакует? Ой, блядь, это что такое? Это что такое? Это что такое? Короче, я должен с двух сторон запитать, да? Есть красный провод, есть синий провод. Какие-нибудь генераторы. Она может вылезти из любой штуки вентиляционной, да? Так. Как мне не нравится, что он ходит медленно. Какой-то ужас. О, знакомая. Это батя как раз. Угу. И чтобы выключить обратно генератор, она просто уйдет. Теперь она должна сюда пройти. Отлично. Пройти и завернуть по-хорошему. Так, теперь идем за красный. Что за дверь? Закрыто, понял. Угу.
Да-да-да, да-да-да. Ну тут такой свет яркий, прям маркер был показывать, что вот да, надо прятаться сюда. Пентаграмма. А нахуя я надел? Что произошло? Типа я надел шляпу, а... В чем прикол? Она пойдет в ту сторону вообще сейчас, нет? Да, вот как раз уходит. Сейчас, если она дойдет туда до конца, можно будет уйти. А нет. Она прям ходит здесь рядом. И сюда заходит. Угу. И опять направо пойдет. Так, понял. С этим все понятно. Она угадала? Или так по сюжету было? Наконец-то. Мне нужно подготовиться. Ну, это, походу, по сюжету так было. Дали возможность поспидранить немножко. Она даже не побежала. Она вроде быстро перемещается или нет? Так, открывается. Это что? Не трогай! Сука! В смысле, не трогай, блядь, это мой ключ. Пошла нахуй. Ключ от рождественской двери. Этот ключ поможет мне открыть украшенную гирляндами дверь. А где она была? А, вон. Сейчас справа вылезет, сучка. Нет? Опять фейерверки. К
Коробка с фейерверками, целый ящик фейерверков. Если она действительно боится яркого света, они мне точно пригодятся. С помощью них я могу устроить ей ловушку. Нужно только найти что-то, что может ее отвлечь. Куда она спрятала мое кольцо? Фейерверки, отыщите коробку с фейерверками, окей. Марк, ты там? Ты в порядке? Я спряталась в старом шкафу на чердаке. Успела перебинтовать ногу. Та девушка... Вроде бы она ушла. А что насчет тебя? У тебя есть какие-нибудь новости? Желательно хорошие. Да. Я нашел страницы с фрагментами ритуала. Она использовала его, чтобы получить силу. Насчет кольца не буду говорить, мы еще вернем. Ритуал? Если это так, то, может быть, у нас получится использовать его, чтобы лишить ее сил. Попробуй найти оставшиеся фрагменты. Я вызвала полицию. Не знаю, в каком ты сейчас доме, так что я назвала им свой адрес. Найди окно, в котором тебя будет видно. Попробуй подняться на второй этаж. На второй этаж с подвала. Круто. О! Да но! Ну, точно лом не нужен. Гвоздодер тяжелый, и ее он вряд ли остановит. Нужно что-то помощнее. Зато он поможет оторвать те доски, которые закрывают бытовой лифт. Блять, да что ж ты, сука, как ногой бы раздавить ей пальцы нахуй. Инструмент физика. Ну, естественно, если лом, то это отсылка на Гордона Фримена, по-другому быть не может. Угу. Я еще и сзади она кажется. Нет? Два скримера подряд. Кстати, загрузка. Мне вполне кажется, что здесь можно закончить. Что здесь... Скорее всего, игра сохранилась. Лифт наверх. Найдите способ подняться на второй этаж. Выйти в меню. Продолжить. Ну, вроде да. Давайте на этом закончим, потому что я не знаю, вдруг игра еще там, ну, минут на 40, на час, такое тоже может быть. Поэтому хороший момент, чтобы закончить. Я думаю, что это не прям финал-финал. И еще здесь можно будет попроходить, посмотреть, разобраться. Потому что надо кольцо еще вернуть, да, это вот все. Так что продолжим. Скорее всего, здесь отсылка будет сейчас на 7-й резидент, что полицейский появится и его сразу убьют. Ну, скорее всего. Вот. Но мы посмотрим это уже завтра, в следующий раз. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком, канал, подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, не забывайте заглядывать в Telegram, группу ВК и на Boosty по возможности. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.